Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Друзья и дорогие подписчики, значит, подписывайтесь на канал. Сегодня мы поедем на полигоне. Будем катать, опять же, приватный модик. У кого есть приватный модик, и ребят, можете обращаться. Запросто прообзорю. Совершенно бесплатно, за конфиденциальность своего мода можете не переживать, он останется у меня, ничего никуда не денется. Значит, рекламку сделаем совершенно бесплатно. Сегодня будем, ребят, катать опять же приватный модик от Devil 38 Rus. Будет у нас газелька 33023 4 на 4. Это газелька бизнес у нас, да, такая клевенькая. Значит, я думаю, что Димон ее полностью допили до конца, машинка будет, значит, в привате свой звук, ребят. Классный салончик, камера, видите, пока здесь на месте пассажира. Ну, я думаю, можно было передвинуть, Димон, если посмотришь, вперед поставить, вот, привязать ее. Ой, значит, вот такая газелька классненькая, синхрон я на ней уже прописал. Значит, все вопросы, ребята, ссылочка на автора мода будет под видео на канале, также в группе, в разделе товаров. Пишите автору по поводу данного автомобиля. Давайте пробежимся по колесам. Значит, такие шоссеечки будут с колпаками. Внедорожные колесики такие классные. Еще одни внедорожные, ребят, ну-ка. Ну ничего страшного, как бы, если они там совпадают. Это пока что первоначальный обзор мода, то есть вот эти клевые такие нормальные колесики. Значит, я поеду, наверное, вот на вот этих колесиках. Давайте посмотрим, что по аддонам. Значит, багажник у нас такой ставится на крышу. Классный. Тут синхрон я еще только на машине прописал. Тут по аддонам еще, ребят, не смотрел. Значит, такой багажничек с фарками классно выглядит. Снимаем. Так, будка, пум-пум-пум, кузов. А это тент на кузов, ребята, понял. Где-то тут обтекатель должен быть, ребята. Вот он такой вот есть, тоже классный. Так, скидываем. Перепом. Так, присутствует еще тут, походу, прицеп, ребят, но что-то у меня не про это не прописывается. Значит, газельки бензовозные, тентовый, бортовой прицепчик, все это будет. Это будет тент. Так, дальше. Гаражная тележка цепляется. Борт дозиловский. Ремонтные части. Это дефолтные. Ну давайте по его пробежимся. Значит, аддоном. Так, багажники посмотрели. Бензовозка такая будет с топливом. Классно выглядит, кстати. Так, это тент. Будка. Мону с обтекателем. Вот, клево. Так, окна. Что-то где-то еще должен быть какой-то кенгурятник, ребята. Вот, кенгурятник газелевский. Классно тоже выглядит. Смотрите, все там. Ух ты, мотор там даже есть. Классно. Газель. Выглядит машинка, моделька клевая. Анимация карданов присутствует. Так, ладно, давайте дальше, дальше, дальше. Тоже все вопросы по поводу приобретения, там, доработки уже, как бы, мода. Все, это снял. Так, установлен кузов. Вот это стоит. Кузов газель. Так, вот такой у нас кузовок.
туда ставится. Возможно, что будет как груз. Возможно, будут вот такие, ребят, окна. Если Димон там сюда это доделает. Классненько выглядит вообще. Так. Окна, окна. И эту фигурину надо снять. Так, прицепы, которых что-то у меня не прописались, странно. Так, и тент. Тент. Классненько выглядит. Однозначно классненько. В принципе. Можно, да, еще тент такой поставить, да? Давайте с ними попробуем. А, это не тент, это будка ставится. Но это еще, в принципе, ничего страшного. Все, как говорится, первоначальная машинешечка. По поводу там уже предпродажной подготовки. Это уже к автору, ребят, вопросы все. Классная машинка. Давайте поедем на ней, заведемся. Звук клевый, конечно. Не спи, дружок. Ну все, полетели. Значок газели такой тоже, смотрите. Моделька качественная вообще. Изумительный аппаратик такой. Я думаю, Димон там все допилит. Все как надо будет. Классный аппарат. Идет, в принципе, полный привод. Давайте вруем ей. Выглядит классно вообще. Многие там начинают ныть, нафига такие машины нужны. Да нормально, я лично катаюсь все время там на доработках, на модах. Я редко когда на дефолте езжу. Я считаю, что в принципе вполне нужны такие машинёшки. На любителя, как бы, я считаю, что классный аппарат. Где-нибудь в каком-нибудь гамнамесе на ней покататься. Пропан, вся фигня, видите. Все отличненько. Проходимость, ребята, коробочкой управляем правильно, и все отлично. Надо будет, ребят, дописать. Надо будет написать Димону, да, вот этот самый, если он ее допилил. Чтобы скинул, я сделал бы на ней синхрон света, поправил все там. Для работы в мультиплеере. Сделать синхронизацию света ему. Данному автомобильчику. И. В принципе, классно прет. Ну, полный привод, чего вы хотите. Для говномеса самое то. То, что нужно. Отлично идет. По поводу загрузки, я говорю, просто еще все не отрегулировано. Это первоначальная версия, поэтому все это, ребята, автор допилит в грязь. Ну давайте, ладно, по грязи тут ломанем. Будем как-то стараться тут по краешку. По краешку, давайте по этому краешку. Это, конечно, не КамАЗ. Но, в принципе, если правильно пользоваться понижающей передачей, газулькой, в принципе, все
она адекватно едет. На крайняк, если что, есть лебедка. Поэтому, в принципе, мод вообще мне нравится. Хороший мод. Ребята, мододел, если есть у кого-то желание прорекламировать свой мод для продажи, или просто хотите записать на него обзорчик, с удовольствием запишу. Если есть у кого желание, обращайтесь, без проблем. Сделаю совершенно, как говорится, бесплатно. Не то, что некоторые товарищи у нас есть. И ссылочку, рекламку на вас для продажи запихну без вопросов. Так что, если есть желание, пожалуйста, всегда готов помочь в записи обзора и рекламки. Так. В принципе, я говорю, машинёшка хорошенькая. Я вот лично люблю кататься. Кто-то подписался на канал. Люблю кататься на модах. Не на дефолте, который уже до тошнотства надоел. А спокойненько взял какую-нибудь машинешечку, прокатил. Даже вот катали там и на заднем приводе, там на Камазах, на Зилах. На газонах, я не помню, катали, что-то не катали. Вот. На каузах, на автобусе мы катались, проходили карты. Так что, в принципе, если с друзьями, с удовольствием можно как бы помучиться. Не обязательно на большущей карте, на какой-нибудь, да, много там маленьких карт. Давайте в эту большую грязь я не буду залазить, чтобы обзор не затягивать. Много и маленьких хороших карт с небольшой грязью там элементарно, чтобы можно было проходить. Есть даже асфальтовые карты, поэтому на тягачах можно погонять. То есть, в принципе, все тут сейчас у нас возможно. Благодаря картоделам, мододелам можно, наверное, за счет этого игра пока еще и живет. Так, тут она, база длинная, не знаю. Наверное, сейчас тут будем нырять, висеть, посмотрим. Аккуратненько пролезем. О, на пузе зацепились. Да, вот что я и боялся. Будем аккуратнее проходить это все дело. Да нет, в принципе, видите, проходит она эти пороги грязевые вообще хорошо. Да с проходимостью как бы проблем у нее нет. Полный привод, чего хотите. Нормальный, хороший, достойный автомобиль, достойный мод. Без проблем едет. Опа, с жопой прям подсели так хорошо. Ну ничего, нормально, фары целы. Хороший мод, ребята. Нравится. Нравится мне такая газелюшка. Как от доктора дизеля. Вот газелька была тоже классненькая. Вот. И это, в принципе, хорошая газелька. Я думаю, что Димас ее там допилит, и все там будет вообще на пятерку. Ах ты еб. Ну да. Тут, ну, в принципе, на дефолтных, ребят, картах, кто не пользуется дополнительными объектами, как бы я считаю, что они нахрен там не нужны, только весят, мама, не горюй, там сколько места занимают. Не будем мучить тачку. В принципе, на дефолтных картах в основном, как бы, мне больше нравится кататься, меньше подвисаний, там меньше геморроя всяких. Все, подвесочка, ребята, рабочая, все классно ходит, все болтается. Оп, 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 проскакали. Так, сейчас утопим ее тут. Урон, где-то лобовое стекло. Давай, 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 давай.
Хороший мод, ребята, адекватный, нормальный мод для игры Speed Tires. Кому не нравится, катайтесь на дефолте, что я могу сказать. Я люблю кататься вот на доработках, на модиках, на каких-нибудь. Намного интереснее там пройти карту, чем уже на этих. Оба. Заня, классный аппарат. Я думаю, Димас ее там допилит, кинет, я свет ей подчиню для мультиплеера, в принципе, если Димон не против, как бы могу сделать. Или Димон уже сам сделает, я его там поднаучил, как это все дело крутится, вертится. И все будет там сделано. Так, скорость 28, ну, скорость маленькая, конечно, скажем так. Можно Димон и маленечко скорости и подкрутить. Хотя дефолта практически, ну дефолт где-то в районе такого же скоростного режима едет. Поэтому, в принципе, для прохождения карт. Ну, если кто приобретет, так можно, конечно, и самому крутануть, чтобы она летела как самолет. А так вполне, ребят, хороший, классный мод. Встанем вот тут, давайте, как обычно, да, уже. Сделаем тут. Спин. Лопнем. Такой и поменьше, ребят, для товаров выставить. Все, и на этом, ребят, обзорчик на мод ГАЗ-33023-4х4 закончим. Ссылочка на автора будет под видео на канале, также в группе в разделе товаров. Ссылочка на группу также найдете под видео. Подписывайтесь, ребята, в группу, подписывайтесь на канал, будут розыгрыши. Вот буквально недавно стартовал розыгрыш, в субботу будет. По Speed Tires вся информация, ребят, есть в видео на канале, можете посмотреть. Там правила участия в розыгрыше все оговорены. Кому интересно, так что подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, делитесь видео, делайте репосты, ставьте лайки. И все. На этом будем заканчивать обзорчик. С вами был Драйвер 51 Рус. Всем удачи и всем пока.